Ага, вот здесь так красиво, сейчас покажу. Ребята. Сразу все не посмотришь. И не расскажешь. И не покажешь. Ну тут вот тоже домики живут. Мама, ты правильно одела? А? Правильно одела. Да. Кого, шляпу или жилет? Нет. Все правильно. Вот тут вот, здесь, вот в этой столовой. Ну, это обычная столовая, посмотрю. Если заказывать обеды, вот в этой столовой. Есть. Вон там на аттракцион пойдем. Ну, все рядышком. Еще думаем пойти в дельфинарий. В Анапе же мы не были. Ой, самолет как летит. Тоже низко. Я вчера не посмотрела, а вон персики, наверное, есть. Иди. Вот на. Ага, вот надо на обратно. А персики почем у вас? 160. На обратном пути купим. Персик хочешь? А. Бери. Вон ту игрушку. Каждый день будем по игрушке покупать. Потом... А? Бери голубого. Мы... Чемодан-то у меня не уберут с твоей игрушки. Какого хочешь? Набери голубого. Ир, Вик, я тебе каждый день игрушки покупать не буду, меня потом не увезу. Возьмите. Давай только не сломай пока до пляжа. Ну покажи, как тут играть-то. Будем дома играть? Да. Иди сюда. Давай руку. У меня наличка разделена на каждый день. Ну что, по карточке, просто чтобы нам хватило вот такие вот, там игрушку какую-нибудь, где кукурузу купить. Мне не очень нравится, я уже 100 раз говорила, не очень нравится мне переводить. Столовая. Ну что, мы идем этой же дорогой, в принципе, идти недалеко. Вон там желтая стена платится. Я хотела сумку нам с тобой посмотреть. Я посмотрю, где ты? Ой, купальники. Шикарный купальник. Чашка моя. А если шикарный. Такого плана? А чашка уже маленькая. Я говорю, что у меня вот проблем. Вот сколько не заказываю, мне вот здесь-то больше, ну как бы вот. А трусы вот, вот все слетает. Из моря выходишь и держишь. Когда вам трусы будет подобрать. Да, вот именно. Так шикарный, да. Купальник. Пошли. Ой, специи я уже давно ничего не привожу, потому что знаю, что это все выкидывается. Да и вообще все у нас то же самое есть. Ой, как пахнет мяском-то. Ну, кстати, мы вчера вот покупали. Очень вкусные. Грибы обалденные. Я, по-моему, такие скомну, не раньше покупали на юге, но я такой, таких вкусных не ела. Купила нам лежак, ну, чтоб вот такой вот там. А, потому что полотенце это не вариант. Вот домой ты сколько принесешь. А стирать, ну, тоже один песок. Тут хотя тряхнул и все. Хотел сумку, но сумку жалко денег. 800 рублей, а это 400. Все, в игрушках застряли. Завтра. Эту завтра. А. Все, я тебе последнюю игру. А что такое? Такие
на куклах. А вот такие брюки, она занята. Дай посмотрим, может, тут цена написана. 200 рублей, пошли. Пап, у меня есть такой ковровый. Ну, отлично. 200 рублей. Я тебе крокодил сегодня уже купила. Пошли завтра дальше. Ладно. Завтра. Это завтра. Да, есть не будем, будем игрушки покупать. Будь здорова. О, нам еще молока и абрикосов. Не забыть. О, персик. Ну, видишь, арбузики выгружаем. Вот арбузы. В Нижнем свирепствует ротавирус. Иди сюда, машины. А вот здесь мы вчера покупали. Иди сюда, видишь, машина идет. Очень вкусно. Я думала сначала по карточкам. Вот, нельзя, оказалось. Оплата в кассу, в карточку очень легко и просто. Эх, наш МИДИ еще не работает. В общем, ладно, мы на пляж. Наше утро. Здесь можно написать все, что хочешь. Когда хочешь, это не дом. Придешь с работы и думаешь, или дела делать, или видео записывать. Ага, народу на пляж идет много. А тут тоже морепродукты. Нам понравился пляж. Понравился тебе пляж? Ну там очень красиво. Где-то я вчера... Ну тут, кстати, здесь кукуруза 50 рублей, а там 100 рублей на пляже. Пап, я с тобой взяла крем для кукол. Угу. Мой, который мы... Хорошо. Хорошо. Чемодане мое. Молодец. Я сейчас босиком буду. Ну все. Пляж Мари. Кто-то про Турцию говорил. Так мы не сравниваем. Вика сказала, как в Турции можно? Да что люди, да, там? Что вы сравниваете? Наш юг с Турцией. Да никто не сравнил. Сказал ребенок. Мы патриоты. Шарики надутые. Ну, беги давай. Там нам нравится наш юг. Ну, ты мне, по-моему, уже все дала. Вот рюкзак. Нам нравится наш юг. Мы сюда ездим. Я ни с кем не спорю. Но и злым таким быть нельзя. Еще. Ой, какой. Вик, смотри, какой кутеночек. Все отдала мне. Все, пап, давай. И, к сожалению, мы также знаем, чем там вас, нас, русских, кормят. За все включено. Что там жрете и пьете. Никто вам там из хорошей, за копейки, из хорошей еды ничего не сготовит. Ни из мяса, ни из той же курицы. Поэтому не надо злиться. Ну, давай. Тебе нравится здесь? Да. Так что это видео закончу сейчас. Уже длинное. На море будет другое. А, давай вот там проходи, я тебя снимаю. А то, что грязь там или что-то, это же сами люди гадят.
Вот. Ехали на поезде. С утра пошла в туалет, нога жена не смыта. Говорю, надо же. Ну, соседки, она говорит, я уж смывала за чужими, ну, за чужими людьми. Вечером пошла опять нога жена. А передо мной женщина вышла. Но она говорит, это не я, такая испугалась. Говорит, это не я. Я говорю, так это при чем тут вы, не вы? Я всему вагону высказала. Я говорю, неужели вам не стыдно? Вы с собой ёршиком, почему проводница должна вам за вами чистить? Ваше же говно. Ёршик рядом. Смойте еще раз, подождите. Вас никто из туалета не выгоняет. В общем, я в поезде выступила. Ну, позор. Другой туалет бумаги накидали. Ну все, пришли мы на пляж. Встретимся в море, да? Народ еще больше, чем вчера. Или мы ходили попозже? Ой, точно. А, да, я не тебе надену. Нет, себе одеваю, я себе, у меня косыночка есть. Где?